против игрока, вернувшего мяч своей команде. Тут немного силовой борьбы, но мяч он пока сохраняет. Это Карлес Пуйол. Найнголан. Отличный отбор, но мяч-то кому достанется? Иван Перешич. Гол! Вот это удар! Без шансов для голкипера. Да, что называется, расчехлил свое ружье этот футболист. И наверняка этот гол войдет в топ-10. Ни мы, ни голкипер такого не ожидали. Пушка страшная, мощнейший удар. У вратаря просто не было шансов. Такие голы украшают любой матч. Невероятный удар.